волонтерскую команду. Как вам кажется, почему? Ну, классно, что столько людей претендовало. Но на самом деле, мне кажется, что это такой же праздник, в котором всегда хочется поучаствовать. Поэтому, конечно, очень много ребят хотели бы поучаствовать. Но в основном выиграли девчонки, я вижу, потому что 80% у нас девчонок. Девчонки молодцы. Как вам кажется, хорошо подготовлены волонтеры? Это что значит для города? Ну, во-первых, это же как бы лицо нашего города. Ребята же будут встречать гостей нашего города, да. И это очень важно. Они должны не только знать, что здесь проходит футбольный турнир, но вообще понимать, что из себя представляет город, знать и любить наш город. Поэтому задача волонтеров, в том числе, да, там, любого человека, встречающего, который приезжает в Петербург, чтобы они влюбились в этот город замечательный, чтобы он остался навсегда в их сердце. Это, конечно, важно. Но я думаю, что ребята с этим справятся, потому что видно, они задорные, активные, любят Санкт-Петербург. Вы сами как к футболу относитесь и будете ли болеть? Буду болеть за сборную России. Сам играю 2-3 раза в неделю, поэтому очень нравится. Да. Я футболист. Несколько слов о подготовке, если волонтеров в связи с ситуацией, которая сейчас складывается с пандемией, какие-то коррективы делались, на этот случай менялась ли программа, или все будет В целом мы здесь достаточно динамично на эту ситуацию смотрим, потому что у нас есть несколько вариантов развития событий в зависимости от того, насколько будут сняты ограничения, будут ли они сняты полностью или частично. Исходя из этого будем работать. Поэтому в целом мы ребятам даем как бы полную программу обучения, но будем корректировать, если придется. А вот они сами как-то будут там проверяться, прививаться? У нас фактически либо должны быть ребята привитые, либо у них должны быть антитела, потому что очень многие ребята переболели, многие бессимптомно переболели. Потому что это очень важно, они будут контактировать с людьми, которые приезжают. Это важно для гостей нашего города, которые приезжают, чтобы они понимали, что общение с нашими волонтерами – это безопасно. То есть это одно из условий – либо прививка, либо тест, правильно? Ну, да, конечно. Спасибо большое.